Добрый день, меня зовут Виктория Гаврилова. Я специалист проектов по банкротству юридических лиц. Сегодня к нам обратился клиент с вопросом об экспертизе договора купли-продажи объекта недвижимости. У него возник вопрос по действительности этого договора. Дело в том, что компания, являющаяся бывшим собственником объекта недвижимости, была зарегистрирована гораздо позже, чем право собственности на данный объект в пользу этой компании. Проверка контрагента показала, что сомнительная компания таковой не является. Она была создана в процессе реорганизации и является правопреемником компании, существовавшей на момент заключения договора купли-продажи. Таким образом, действительность договора была полностью подтверждена, равно как и права продавца на данный объект недвижимости, и наш клиент может смело рассчитывать на прибыль от совершения будущих сделок с этим объектом. Спасибо большое за внимание. До свидания.